Здравствуйте, друзья! Меня зовут Максим, вы смотрите канал Заквайс. Продолжаю рассказывать про эпопею о трудоустройстве. В данном случае я уже начал свою историю о том, как мной заинтересовалась одна компания, которая предлагает контракторские услуги и нанимает владельцев машин для заключения вот такого независимого контрактингового обслуживания. Сегодня я был на собеседовании и немножко хочу рассказать про это, потому что информация достаточно интересная. Заполнил много бумаг, но прежде чем приступить к работе, меня заставили пройти несколько тестов. Не был к этому готов, для меня это было сюрпризом. Первый тест был посвящен знанию мест и, скажем так, улиц Омахи. Так что, если вы где-то будете трудоустраиваться в похожую компанию в другом городе США, вам, конечно, нужно обладать этими знаниями. Вопросы достаточно примитивные. Написать адрес там из 3-4 известных госпиталей там, или каких-то мест, которые достаточно всех на слуху. Районы какие-то, которые в обиходе называются одним образом, а вам нужно знать их адрес, где они располагаются. И проложить 3-4 маршрута движения, к примеру, из пункта А в пункт Б, то есть указано там пересечение, к примеру, там 18-й улицы там, и Фарнам, к примеру, а вам нужно попасть отсюда, с этой улицы, вот с этого пересечения на другой конец города, к примеру, 130-я улица и Датч-стрит. То есть, достаточно простые примеры. Не возбраняет с собой взять GPS или компьютер, или смартфон, поэтому никто вас над душой не стоит, можно быстренько все это посмотреть, то есть... Чисто такой формальный тест, если тем более у человека есть GPS, и он с ним ездит, то тест чисто формальный для совсем уж идиотов. Второй тест оказался посерьезнее. Дело в том, что на первых порах тот человек, супервизор, который будет заниматься распределением заказов для меня, меня поставили на вид работ доставка образцов лабораторных из клиник. И, соответственно, нужно было пройти тест и прочесть брошюру относительно перевозки вот этих вот медицинских образцов. Там, видимо, образцы крови, опять же, перевозка крови из, скажем так, кровохранилища до госпиталя. Вот. То есть я никогда даже и близко не соприкасался с этой тематикой. Брошюра была где-то приблизительно из 20 листов от 4 формата. Дают брошюру и дают опросник на 3 листах. И сколько угодно времени. Ты можешь сидеть, изучать эту брошюру, находить ответ на эти вопросы и сразу же ставить галочки. Я эти 3 листа заполню приблизительно за час. То есть надо было брошюру полистать, узнать, то есть, какие меры предосторожности, что делать, там, если разбиваются там, эти контейнеры, как убрать в машине. Мойте руки перед едой и все такое. То есть, в принципе говоря, если вы по-английски понимаете, если у вас в России было высшее образование, пройти такой тест относительно несложно. То есть, я его прошел, после чего мы подписали договора с этой компанией, ну и с завтрашнего дня я приступаю к работе. Интересно будет посмотреть, что это будет. Самое главное, это совершенно новый тип американского бизнеса. Для того, чтобы работать в нем, вам необходимо только иметь смартфон. На Android или на iOS, это если у вас, соответственно, iPhone. Устанавливаю специальное приложение, вам нужно иметь постоянный интернет-коннекшн. Как только сваливается заказ на доставку, вам приходит специальное оповещение на ваш телефончик, вы подтверждаете этот заказ и едете в пункт А. Там пришли, берете контейнер с образцами там, или с этой кровью, или еще с чем-то, и даете ваш смартфон человеку, который ответственен за подтверждение заказа. Он, грубо говоря, подтверждает время прибытия и ставит свою электронную роспись. Все. Дальше с этим контейнером едете в пункт Б, сдаете в пункте Б эту сумку, и, соответственно, вам другой человек, который принимает вот эти образцы, эту доставку, также подтверждает время доставки и ставит ваш рочерк. Все. Заказ сделан. Я пообщался с человеком, который мне сегодня делал инструктаж, провез меня по всем госпиталям Омахи. Оказалось, что всего 6 основных центров, куда мне придется ездить в течение дня. Работает он в этой компании 15 лет уже, молодой такой парень, но 15 лет уже отработал. Вот. И, соответственно, Получается у него в среднем 30 заказов в день. Попробуем начать работать. Я думаю, надо хотя бы с этого начать. А дальше буду уже разговаривать со своим супервизором по поводу того, чтобы меня все это поставили на большие дистанции, потому что изначально все это затевалось для того, чтобы ездить в соседние штаты, и мне за это еще оплачивали. Вот такая вот информация по поводу конкретно этой работы. Завтра у меня еще визит в Пицца-Хат. Я тоже оставил свое резюме на ярмарке вакансий. Изначально я, конечно, не планировал в Пицца-Хат работать ни доставщиком, ни поваром, ни кассиром, ни посудомойщиком, но ради прикола свое резюме оставил. Завтра у меня будет собеседование. Наверное, я туда все-таки заеду и пообщаюсь, потому что мне интересно узнать, насколько вот такая кандидатура, как я, могла бы устроить эту компанию, как Пицца-Хат, сколько денег они платят, какие условия работы. И, соответственно, все это после вот этого интервью я на своем канале озвучу. Если у вас есть вопросы конкретно вот по вот этим вот вакансиям, пишите в комментариях и постараюсь на эти вопросы ответить. Относительно продолжения темы про трудоустройство и про рекрутинговые агентства и про сайты. Это отдельное будет видео. Думаю, что на днях я сяду и очень плотно на эту тему пообщаюсь со своей аудиторией. Вот, собственно говоря, все. Хорошего вам дня. От вас жду благодарности в виде лайков. Если для вас эта информация полезна, господа, будьте добры и столь любезны, хоть как-то прореагировать и показать, что я не зря трачу свое время на вот эти видео. Хорошего всем дня! Вы ищете квартиру в Нью-Йорке, но не хотите платить посредникам и агентам по недвижимости? Вы хотите снять квартиру напрямую у собственника? Для этого вам нужен уникальный ресурс – RentDirect New York. RentDirect New York – это 4000 квартир в Нью-Йорке, список которых обновляется каждый день. Более 200 000 человек ежегодно находят жилье в районах Манхэттена, Бруклина, Бронкса и Квинса благодаря большой базе данных. У ADNY.com более 20 лет успешного опыта, которым вы можете воспользоваться. Также мы предлагаем 24-часовую информационную поддержку на русском языке для вашего удобства. Зарегистрировавшись на ADNY.com, вы сможете найти отличное предложение уже сегодня. Не тратьте свои деньги, экономьте вместе с ADNY.com.